Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Людмила. Сегодня покажу покупку с магазина Гиперлента. Была в той стороне, решила, в общем, зайти. Есть несколько товаров, которые хотела купить, но в заставку почему-то их, в общем, нету. То есть, то нет, но последние 2 дня нету. Поэтому я буду заказывать в ближайшее время, но за определенными товарами пришлось зайти. Например, зелень почему-то нет в наличии никакой. Вчера была петрушка, сегодня уже никакой. Захожу в ленту, зелень есть. Не вся, правда, но какая-то есть. В общем, какие-то у них, видимо, что-то поменялось в доставке. Не знаю, с чем связано. В общем, покупка у меня сегодня вышла на 2200 практически. Чек покажу в конце видео. Какие цены помню, буду озвучивать. Приятного просмотра. Магазин расположен в городе Самара. Красноармейская, 131, торговый центр «Гудок». Так, первое, что хотела купить, кошки, это ногтеточка. Они быстро у меня уходят из строя. Когти кошка точит регулярно. Это ее любимый предмет. Поэтому взяла. Сейчас огромная акция, в общем, 100 рублей стоит. Раньше 200 рублей цена была. И то по скидке было 200. Поэтому, в общем, почему-то пишут, что нет наличия. Зашла в магазин, вот 3 штуки нашла, 2 купила. Была только черного цвета, коричневого не было. 100 рублей, мне кажется, вообще халява. Не знаю, акция какая-то у них. Ну, это ковролин. Ставлю его под ножку стола. Кошка с удовольствием чешет. Рекомендую, кстати, перестает портить обои. И если постричь ногти, это не помогает. Пробовала много раз. Они растут еще острее. Поэтому проще дать ребенку, чтобы... Ну, кошке. Чтобы точил ногти. Так, дальше. Тоже у кошки моей закончилось, в общем, лакомство. Вот это вот. Это сухое. Это легкое говяжье. В сухом виде. Даю по чуть-чуть. В общем... Это намного полезнее, чем вот этот сухой корм, который продается. А настоящий, в общем, какой-то, в общем, лакомство. Сейчас они дороговаты, 130 рублей со скидками. А вообще цена у него где-то 160 в магазине. Здесь 12 грамм. 2 штуки взяла. Так. Ну, у меня еще скидка на него была, но, в общем, вышел где-то, сейчас скажу точно. По 130 рублей, да, штука. Раньше можно было со скидками по 119 купить. Так. Дальше зелень, в общем, купила. Это у нас базилик зеленый. Хотела очень кинзу, не было уже, который день наблюдаю, в общем, кинзы нет. Есть весовая какая-то там, ну тоже ее почему-то доставки нет, а на витрине есть. В общем, она нехорошего качества. Так, 165 рублей сейчас стоит, подорожала. Каждый день зелень дорожает, да не только зелень. Ну, в общем, стоит у нас, так, 15 июля. Здесь 50, что ли, грамм, не помню. 50 грамм, да. Так, дальше. Рукла была плохая. В общем, взяла шпинат. Кстати, очень дешевый стал, 110 рублей. Раньше цена была 170 от этого производителя. Я удивилась. Взяла маленькую упаковочку. Вот одну. 75 здесь, по-моему. Ну, это, в принципе, не важно, да, 75. Дальше из зелени только увидела свежий, ну, весовой укроп, более-менее, то вот один, в общем, чуть-чуть выбрала, 152 грамма на 76 рублей. 500 рублей за килограмм со скидкой. Дальше, так, зелень, по-моему, это все, больше не было там. Так, голубику взяла маленький, в общем, выбрала упаковку 125 грамм. Сейчас цена на него 120 рублей. Маленькая упаковочка.
Хорошо, что я убрала в пакет, но у меня рассыпалось в пакете. Так, дальше. Так, взяла абрикосы. Ну, капелюшку выбрала, потому что они зеленые были в основном. Но я была в общем, поздновато, наверное, уже много выбрали. Так, 120 за килограмм на 32 рубля. Ну, здесь мало, 266 грамм. Не могу я попасть на нормальные абрикосы. Везде зеленые, где не куплю. Либо червивые попадаются в итоге. Так. Йогурт взяла. Это у нас от Простоквашино творожок. Творожки. Две штуки взяла. 38 рублей в магазине. В доставке 42, что ли, или 43 рубля. В общем, взяла 4. Так, два вот таких. Это груша-банан. И два вишневых. 130 грамм здесь. Так. Молоко у меня все закончилось. Которое я обычно вот безлактозное или мало. Низколактозное покупаю. Взяла. В общем, решила, чтобы, ну, тяжести не нести. В общем, взяла. Козье увидела. 4 маленьких штучки, в общем. Здесь по 200 грамм. Не пробовала ни разу, честно. Попробуем. Ну, я чисто для кофе беру. Попробуем в кофе. 500 грамм еще бывает. Ну, вот не было в магазине, поэтому пришлось взять маленькие. По 57 рублей, кажется, маленькие у штуки стоят. Вот маленькие упаковочки. Так, хлеб. Взяла маленькие. Так, это у нас выпечка ленты. Бездрожжевой ржано-пшеничный. 250 грамм. 40 рублей стоит. Я частенько брала именно такой, в общем, бездрожжевой. Чуть-чуть больше граммовка. А сейчас, видимо, они расширили ассортимент и сделали еще поменьше. Потому что, вот, допустим, вечером удобнее брать маленькую упаковку, чем побольше. А тут дороже, естественно. А здесь и маленькая граммовка. И не пропадет. Дальше. Окорочка взяла, гриль. Точнее, это не гриль. Мне сказали, они острые, поэтому мне острые нельзя. Поэтому я взяла. Сейчас скажу. Так, варено-копченые окорочка. 550 за килограмм. Мне вышло. У меня была любимая, у меня скидки. За 125 рублей вышла у меня вот одна штука. Один окорочков. Один окорочок. Так, ну это ножка вот целая. Попробуем. Так, дальше. Взяла 4 Феликса кошки. 23 рубля сейчас. Про запас пусть лежит. И сейчас акции на авокадо. 290 рублей за 700 грамм. Хас. Обожаю это авокадо. На него не часто бывают скидки. А вот летом они все-таки делают. А зимой нет. Взяла 2 упаковки. Потому что в доставку смотрела. 340, что ли. 330 в доставке стоит. Цена дороже. А тут можно и выбрать. В общем, взяла 2. Выбирала пожестче. Чтобы дольше хранились. Они очень быстро спеют, поэтому взяла позеленее. 5 штук здесь в упаковочке получаются небольших. Обожаю авокадо на завтрак. Бутерброды делаю. Или просто чуть-чуть подсаливаю. Очень вкусно. Можно с красной рыбкой, можно с сыром, можно просто. И полезно, и вкусно. Так, это все мои покупки с гиперленты. Чек, как обещала, вставляю. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Ссылки, как всегда, оставлю. И всем пока.